Hello, everybody, меня зовут Честер, и мы продолжаем играть в игру под названием Metal Gear Phantom Pain. Игра почему-то в конце вылетела, видео, если вы заметили. Но мы продолжаем, интересно, откуда она продолжится? Отсюда. Ну ничего, давайте-ка отсюда. Повторим, как бы, пройденное. Кстати! Я сейчас записываю через Фрапс уже. Игра, мне кажется, я знаю, почему вылетела. Она запустилась, мне почему-то... Две игры, короче, запустилась. Вроде бы в этот раз постреляет. Ну залезай, сейчас залезем. Сейчас увидим, не вылетит ли она. Не, вроде бы все нормально. Да. Все, наверное, из-за того, что эта игра запустилась два раза. Ну, то есть она у меня была запущена, мы играли, и еще одна, эта же игра. Я не знаю, какого хрена. И это не сразу обнаружил. Что-то Фрапс не мог запустить, не писала про DirectX 9, что-то я не понял. Зашел в диспетчер задач, смотрю, игра запущена. Психомантик. Даже не спрашивайте, откуда взялся кит. Сейчас откуда появился горячий человек. На Пегасе, блин, он, блин. Второй Бейкер прескакал. Да, ну, в курсе. Hurry! Hurry!
А теперь огонь! Экономить. Когда он близко будет подходить, надо будет стрелять. Блять. Перезарядка. Сейчас. Ближе. Огонь. Огонь горячий. Человек. Так. You get him? We shook him off. Он отстал, да нет? Вот он! Такой вот, это еще был до сих пор пролог. Цель задания достигнута. Достигнута. Все достигнуто. Позывной чик. На А. Нормально, я считаю. Тревоги. Какой тревог? А, да, один раз тревога была. Получение ранения 13. Тактические победы. Спасение пленников. Но такого тут даже и не было. Ладно. Текущий героизм 800, это попозже мы расскажем, что это такое. Вот, у него опять этот штырь, как у нас. Я вот просто этого не замечал. Пегасус. Захатус. Меня зовут Оцелот. Большой Вос. Ты знаешь, кто я? Один человек попросил меня об услуге. Первое — вытащить тебя из больницы. Второе — спасти его самого. Ты помнишь что-нибудь?
Your partner 9 years ago. Кто был твоим напарником 9 лет назад? Казухира Миллер. 9 лет назад на твою часть армии напал Сайфер. Все думали, что ты погиб. То есть сегодня ты его... It's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Тебе придется присоединиться к Миллеру и создать частную армию еще раз. It's your only chance. Твой единственный шанс. First we need to save Miller. Сначала мы должны спасти Миллера. Он в Афганистане. Афганистан. What? You can't keep up with world affairs in a coma? Не следил за новостями, пока лежал в коме? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. Мусульмане оказывают сопротивление при поддержке Запада. Miller was training. Когда Миллера взяли в плен русские, он занимался обучением маджахедов. Повстанцев маджахедов численность 40 армий, короче. Отряд, схвативший Миллера, вчера отошел от границы с Пакистаном. Через 3 дня он доберется до советского горизонта. Несколько дней Миллера будут допрашивать, а затем отправят в лагерь. Или бросят его труп в канаве. У него примерно 2 недели. Это знание для Миллера ничего не значило. Он взялся за него только за тем, чтобы спасти тебя. Well, there's our ride. Это наш транспорт. Whaling ship. Китобойный корабль. A pretty good deal on it. Я купил его, подешевле, когда международная комиссия по китобойному праву. 7 days to Port Cassim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Очень классный. А, тут оцелот очень много говорит, и порой хрен за ним успеешь. Я не знаю, надо читать это вслух или нет. Но мне так, не знаю, так лучше запоминается, когда я воспринимаю все на слух. Даже когда сам читаю. Миллер в неделю. Осталось. Он нас хотел спасти. Преданный человек. Ну, крутись, кружок, быстрее. В общем, в этой игре у нас будет 2 локации. Первая — Афганистан, это для открытого мира. Вторая — Африка, ну, которую все показывали в трейлерах. Ну и третья — это такая, не по значительности, это... Как его? Mother Base. Материнская база, как-то так. Это основная локация, где... мы находимся, где у нас мы там все собираем. Кружок, давай быстрее крутись. Че так долго грузишься? Ну уже. Давай. А че ты там грузишь так долго? У меня на PlayStation то быстрее грузилось. Что-то с кружком не так он глючит. Может, опять зависло? Не. Что-то происходит. Давай же уже. Пропал кружок. Ну, показывай мне хотя бы какое-нибудь изображение. Издевается, наверное. На фрапсе я не могу поставить паузу, пока не что-то это хрень. А склеивать, она потеряет качество, а монтироваться будет, не знаю, около 2-3 часов, блин, компьютер оккупированный будет от его монтирования, ну, то есть компилирования. Потому что ничего нельзя будет делать.
будет тормозить. 4 ядра, блин. А не знаю, почему в этот Sony Vegas так жрет. Алло, блядь, игра. Опять? Останавливаю запись, если что. Это была вторая серия, она такая коротенькая.